Итак, 27 сентября. Ну вот, из того, что мне понравилось на 27 сентября, в 1937 году, 75 лет назад, в городке Альбион, штат Нью-Йорк, открылась первая школа по обучению Санта-Клаусов. Вот. Кто бы мог подумать, что Санта-Клаусов еще надо учить. Оказывается, надо. Ну, как бы время немножко есть. Хотелось бы несколько анекдотов про Санта-Клауса, значит, вспомнить, хотя еще до Нового года далеко, но тем не менее, раз уж тема такая, почему бы нам и не вспомнить. Летает Санта-Клаус, разносит подарки, близится Новый год, график у Санты сжатый, домов облететь еще очень-очень много, прям дофига, а времени в обрез. Залетает в трубу в очередной дом, а смотрит, там девушка обнаженная лежит. Санта задумался. Воспользуюсь девушкой, не успею подарки вовремя разнести. А если не воспользуюсь, то в трубу не смогу вылететь. Застряну и буду упираться. Значит, мама ругает, значит, сына. Ты от кого услышал такое пошлое, некрасивое слово? Мамочка спрашивает, значит. А от Санта-Клауса? Да этого не может быть. Ну как это не может быть? Вон Смит, когда ему залепил снежком в глаз, так он такие слова нам выдал. В детском садике, значит, закончился новогодний утренник. Папа ведет сына домой и говорит: «Сынок, ты уже вырос. Это твой последний утренник в детском садике. В следующем году тебе уже пора идти в школу. Я должен тебе кое-что сказать. На самом деле, Санта-Клауса не существует. Это был переодетый я». «Папуля, да я знаю. А еще я знаю, что ты аистом был». Так, у нас что значит? В чем разница между Санта-Клаусом и Дедом Морозом? Санта-Клаус всегда трезвый и с подарками, а Дед Мороз всегда пьяный и с какой-то бабой. И вообще вот у русских, в отличие от американцев, например, тоже есть свой вариант Дед Мороз. Так вот, есть такой русский обычай на Новый год приглашать к себе пьяного, ряженого мужика с бородой и какой-то бабой. Вот, пожалуй, на сегодня, наверное, и все. На прощание еще такой вот можно, значит, стишок детский. «Здравствуй, Дедушка Мороз, я сломаю тебе нос. У меня с твоих подарков третий день уже понос».